Сегодня в Карачаево-Черкесию из Белгорода и Белгородского района приехали 236 детей. В живописных уголках Карачаево-Черкесии, в Тибирде и Домбае ребята проведут 2 недели. Познавательный досуг, комфортные условия для проживания, пятиразовое питание, соблюдение всех мер безопасности – все это подготовлено для ребят, которые живут в приграничных населенных пунктах, постоянно подвергающихся атакам со стороны ВСУ. Кроме того, ребятам будет оказана необходимая помощь, в том числе медицинская и психологическая. Глава Карачаево-Черкесии Решет Темрезов отметил, что сделают все, чтобы дети почувствовали заботу и внимание. И чтобы они не просто хорошо отдохнули, но и набрали сил, вдохновились красотой гор, местным колоритом, культурным многообразием и, конечно же, согрелись сердечной добротой и кавказским гостеприимством.